Всем здорово! Сегодня я хотел рассказать, как победить ошибку C2760, с которой сам столкнулся совершенно случайно. Столкнулся я с ней на Visual Studio 2019 года на профессионалке. Столкнулся с ней так, что просто пытался открыть там свой старый проект, и почему-то он там не заработал и показывал вот такую ошибку. Вот, решение в интернете я толком, изначально не нашел, потом в итоге нашел его кое-как, заметил, что с такими ошибками мало кто, в принципе, сталкивался, потому что инфы немного. Вот. Текст ошибки у вас будет вот примерно вот такой вот. Примерно такой. У меня конкретно был как раз-таки вот с этим файликом. Вот. Что он там какой-то неизвестный юнит там какой-то находит. Была непонятная хрень, которую непонятно было, как исправить, потому что это API у меня вообще не использовалось. Вот. На одном из форумов я нашел, что, например, чтобы решить эту ошибку, можно воспользоваться таким способом, что в Define SDK вашего добавить вот это. Вот. Если честно, что именно надо сделать, куда это добавить, я не знаю. То есть, как бы, если кто шарит, возможно, то вот знаете, вот при добавлении вот этого вот момента все поможет. Все уйдет и соберется без ошибки, и все будет хорошо. Я же нашел другой способ решения. Это вот этот вот, скажем так, режим совместимости, как он называется в самой визуалке. Вот. Зачем он включен, непонятно. Включается он по умолчанию при создании нового проекта или же при выборе какого-то существующего, при открытии его в 19-й студии, возможно, в 17-й, 18-й тоже так. Вот. И когда ты создаешь проект с нуля, это учитывается, а когда ты открываешь уже существующий, там, возможно, вся эта штука будет не работать. Вот. И если вы получили такую ошибку, скорее всего, где-то процентов 90, что отключение режима совместимости, permissive, вам поможет. Где ее найти? Собственно, инфы о том, как ее отключить, как отключить режим совместимости, я тоже особо не нашел в интернете. Вот. Собственно, что вам нужно будет? Во-первых, открыть визуалку. Это мой курсовик. Вот. Почему он полностью закоммечен, это не важно, там это, скажем так, пожелание преподавателя. Вот. Собственно, что нам нужно сделать? Вам нужно открыть ваш файлик, он может быть в исходных файлах, ресурсах, заголовках, короче, не важно, где он будет. Нажимаем свойства, либо если вы на английской версии сидите, то в свойства заходите, то соответствующую надпись кликаете. Собственно, C++ и язык. Дальше у вас будет режим совместимости, как раз таки permissive. Он у вас будет стоять да, вам его нужно перевести на нет, и все будет хорошо, все соберется без проблем. Вот. Такое легкое относительно и довольно сложное в нахождении решения проблемка. Вот. Пишите комменты, может быть, какие-то вопросы, я отвечу. И всем пока-пока, спасибо за внимание.